Вот и открылись на Крите Уретимна магазины. На главной улице Аркадия никакого ажиотажа нету. Ну, пожалуй, сегодня на Крите шубы актуальны. Сегодня на Крите плюс 7. Пекарю Георгасу всегда двери открыты, даже в карантин. Вот, видите, пекарня работает. Видите, какое тесто делает. Смотрите, какое тесто. Может читать. Магазин рыбаков и охотников. Кому он сейчас нужен, если рыбалка, охота запрещена?
Пока ходил по городу, уже пришло и лето. Выгнало солнце, сразу тепло. Самое дешевое авокадо, 3 евро.